такого нету. Начала я убираться, все снимаю, сейчас стираю и все буду чистить. В комнатах там у меня убирать почти нечего, только стирка всего. Хочу, чтобы когда все застелю, чтобы аромат был такой в квартире. Я купила себе, потом покажу, для полоскания белья. Ну, как он называется-то? Здесь по-грецки называется Малартико. Стираешь, и ароматно пахнет, и мягко делается. Не знаю, как по-русски называется такая вещь. Дин вчера раскинул все игрушки. Вчера видели, да, у нас разбомбили наши зеркала на машине. Кто посмотрел мой недельный влог? Вчера ездили в церковь. Я проспала сегодня до 11 часов. Не могу спать, хочется. Вот так вот у него бардак у Динуса. Здесь рисунки. Вчера рисовал, сидел. Он успевает все за день посмотреть. И порисовать, и поиграть, и посмотреть и компьютер, и поиграть в таблет. Я его поставила заряжаться. Все. Вот этот ящик, который с Икеи. А вот этот автобус, помните, я вам показывала в этот самый, в покупках у Костаса. Учебный такой школ-бус. Школ-бус, да? Вот. Вот так вот. Вот так вот он выглядит. Пока все это сняла, покрывальца. Ой, у меня волосы лезут, не знаю. От стресса, от чего, не знаю. Девчонки, мальчишки, ну так мне хочется спать, я не знаю, ну не знаю. Ой, или я сижу допоздна, поздно на улице, говорю в этом. Смотрю видео ваши. Комментарии не пишу, извините. Ставлю лайки всем. Вот. Вот эти вот штучки. Самолет, этот самолет делал его дядька в армии, который умер с таким носом. Делать ему нечего было, он же в самолетных войсках служил. А этот кораблик он делал сам, Костандинус, в этом самом, на пляже, когда еще не в этом году, а в позапрошлом, маленький был, с нитками. Этот корабль делал его дядька, отец Ставрула подарил ему. И Ставрула ему подарила. Вот. Надо его тоже вымыть от пыли. Там внутри все промыть. Ставишь под душ и моешь. Потом его стекает он. Он потому что лаком покрыт, ничего с ним не моет. А здесь игрушки все его мелкие. Все раскидал. Купили ему автоматы, пулеметы и все остальное. Наигрался и бросил. Вот. Так что вот так вот. Все. Вот такой вот у меня сынуля. Моя примерка платья продвигается. Все было промерено. Здесь вот чуть-чуть в груди надо чуть-чуть. Полмиллиметрика забрать. Вот так вот. Здесь все очень классно. Все красиво лежит. И в боку вот здесь. В боку она не хочет, чтобы было так широко. И вот здесь придется заузить. Потом она мне прибежит. О, Люда, я хочу пошире. Не могу шагать. Здесь у меня отметка стоит мелом. Докуда у меня будет... Разрез у нее здесь. Не шлица, а разрез. И вот так вот. Здесь мел почему-то удаляется очень быстро. Я пришлось все это сделать на меточке. Очень быстро удаляется мел с этих самых. Вот. Плечевой, горловинку, которую она какую хочет. Вот так вот. Все это сделаю. Потом все это будет шиться. Все красиво. На ней обалденно очень смотрится. Вот эта вот ткань смотрится, как будто это кружева. Очень красиво, классно. А так ничего, все прям как по ней. Такая вот длина будет до коленок. Здесь у меня тем более остается на манжетах. Она хочет широкий рукав. У меня как раз ткань ушла вся на длину. И вот так вот отрежу на манжетах. 5 сантиметров подгиб. И манжетики. Вот такое платье. У нее, знаете, да, мою подругу. У нее попа. И очень-очень узкая грудь, талия. Талия у нее, как у девочки, 60 сантиметров, как говорится. Вот так вот забирается все, да. Вот. И у нее очень такая вот маленькая талия. Собрана очень узкая такая спинка, собранная. Смотрится очень красиво. Сейчас я включу себе музыку и буду дальше убираться. Бардак я вам показала на этой неделе. К концу недели должно все блестеть. У моего мужа день рождения скоро. Он уже елку будет поставить. Дин уже просит. Ну, будем елки ставить. У нас украшают уже все эти самые. Сколько пришло. Я недавно только заходила. На телефоне выключила. Все почта сейчас снова пришла. Ну, минут 20 назад. Ну, что такое? Ну, многие пишут на канал. Подпишитесь на мой, я подпишусь на вас. Лайки обеспечены, подписка обеспечена и все остальное. Девочки, мальчики, ну, подписывайтесь, если вы хотите подписываться, подписывайтесь.
Если я захочу подписаться на чей-то канал, я подпишусь. Вот. Такие вот дела. Так что еще про один канал я вам расскажу. Я в каждом недельном влоге рассказываю про какой-то канал, да? Еще про один канал я вам расскажу, который я тоже смотрю. Это тоже не реклама, это просто то, что мне нравится. Это Ирина из Японии со своей семейкой, со своей семьей. Вот. Вот. У нее недавно на канале был этот самый, да, я не помню, сколько дней, 2 дня назад. У нее на канале был этот самый розыгрыш приза новогоднего. Сладкая коробочка. Вот ее канал. Нет. Кто не знает, ну, наверное, ее все знают уже. Подписывайтесь. Очень хорошая женщина. Интересная у нее дочь, интересный внук, интересный сын и муж. Мужа, конечно, она редко показывает. Ну, хватает того, что она показывает своего внука и свою дочечку. Вот, и у нее дочечки тоже есть канал. Тоже подписывайтесь, смотрите и наслаждайтесь, как говорится. Вот у нее канал Котелок. Вот ее канал, ее дочечки. Где? Потеряла. Вот такие вот дела. Так что вот так. Это ее канал. Зайдите, посмотрите. Это мой канал. Ладно, все, наверное, давайте. Мне надо заниматься сегодня делами. Мне вчера муж привез ведро перчиков оттуда, с деревни. Ну ладно, здесь они чуть покоцаны, ничего страшного. Вот такие вот. Вот. Собрал и большие, и маленькие. Вот такой даже вырос. Вот, и привез ящиками мандарины. Мандарины обалденно свежие, обалденно классные, обалденно вкусные. Лимоны, я даже показывать их не буду, такие вот, из них готовятся, у них очень толстая корка, и готовится из них, называется здесь глико, варенье. Апельсинов целую кучу привез свежих, это вот не с прошлого раза, в поездке месяц, когда он ездил. В этот раз привез большие, вот такие апельсины, они выросли. Вот, очень классно. Здесь собрала еду я собакам и кошкам. Сейчас Вась приедет, сделает машину. Надо съездить будет в магазин, потом покупочки вам покажу. Покупайте мандаринчики, кушайте, они очень-очень полезные. Я сейчас выпила кофе свое любимое, Nescafe, в этот самый, капучино. И за уборку, девчонки, мальчишки. Готовимся к Рождеству, к Новому году. Ох, девчонки, мальчишки, что-то все расплывчато так. Давайте я вытеру телефончик. Вытерла. Ну, мои мандаринчики, смотрите, куда я их тут прилупила. Короче, она там еще тоже вазочка. И, короче, вчера ничего не было. Вчера дождичка, так пасмурно было, холодно. И я не доубиралась. Остался пылесос еще здесь. Здесь подушки все сняла, все выстирала, все стирка была. Сегодня вышло солнышко. Сейчас приедет мой муж, будет снимать мне шторы. Он мне не разрешает саму лазить снимать. Ну, как саму лазить снимать? Я бы снимала, но он хочет. Ну, давай, открывайся же, что ж ты. Ну-ка. Ой, что я какая-то застряла. От дождей двери разбухли. Сегодня вот такой яркий солнечный день. Ярко вот так вот. Кто-то уезжает, кто-то приезжает, кто-то едет. О, смотрите-ка, что делается. В горах пилим. Ярко так. Я сегодня буду мыть балконные двери, все. Балкончики. И будем. Бабушка с цветочками разбирается. Там, смотрите. Цветочки обдирает и выкидывает на улицу. Вот. А, и потом начну. Кто-то поехал. Вот. Другая там что-то на земле аж прибьется.
И, короче, вот буду сегодня домывать окна все. Так я уже все помыла, все по этого самого. А окна еще вот не вымыла. Вчера дождь лил. Вася мне сказал, давай подожди, хорошая погода, через 2 дня будет. Чего ты будешь дождь мыть? Вот. И сегодня надо будет все это. Он приедет и будет все мне помогать, потому что вот эти надо снимать. Вот это вот не моется, потому что их 3. А через эту одну не достается вот это последнее. Надо все это дело снимать. Мужская сила нужна. Ну, как нужна. Я, конечно, сама могу. Но все равно. Вот. Я буду всем этим делом заправлять я сегодня. Вот так вот у меня. Ну, у меня чистое, у меня ничего. Ты, Господи, ну, чуть-чуть где-то там пылиночка есть. А так у меня везде чистенькие. Вот так вот открывается. Штучку, вот эту штучку все надо снимать, вот это вот, или хотя бы одну. Вот. Это не то, что мой говорит, не делай, это о том, говорит о том, что он тоже хочет участвовать в этом деле. Вы скажете, что еще, о, лентяйка, ничего не делаешь, а мне это самое, таблица загружается, каждый день загружается, а мне надо подушки протрясти сейчас. Выложить их на улицу, чтобы они проветрились. Вчера дождь лил, а сегодня будет хорошая погода. И потом одеть чехольчики, потому что они уже выстиранные, почищенные, помытые, посушенные, все сделанное. Все. А, еще Вася поехал смотреть эти самые сейчас маленькие каминчики такие домашние. Вот сюда вот так вот поставить, если, конечно. Ладно. Вот. Вот так вот. Все. Да. Посмотрел мой последний влог на этой неделе. Без ограбления не обойтись. Мы ездили в церковь. У нас сняли зеркала, да? Испортили нам. Боюсь, съездила в мастерскую. Примерно одно просто зеркало. Зеркало, просто зеркало. Вот, да, вот так. Без механизма, который внизу, который зеркало двигает. Это все. Одно зеркало стоит 30 евро. Старое. Если новое, там оно полностью с механизмами, около 300 евро будет стоить. Вот только на одно и на второе. Вот так. Вот такой вот у нас грабеж получился. Я вчера вырезал такое из маленького зеркальца, вырезал зеркальце, приделал его на скотче, пока ребята найдут зеркала. Он в мастерскую съездил к своим знакомым, там, где ремонтировалась машина брата. Ну, там все, он всегда туда ездит, когда что-то ему надо. Так что, кто не видел, посмотрите, там, как у нас очистили наши зеркала из машины. Вот это вот. В этом последнем видео. Ссылочка будет где-нибудь или в этих... обычно в конце видео идет. Кто знает, да, в конце видео там видео выходят такие. Вот я поставлю, что никто не видел. Вот, и это самого... И вот такая цена примерно будет. Это с механизмами совсем новые зеркала. Как сказать... Если не новые, даже если они бы бушные, бывшие в употреблении, сам механизм, который двигает вот эти зеркала и все остальное, его очень трудно найти и очень дорого стоит. Ну, сам зеркало 30 евро. Ну, вот, саму коробку всю, вот это вот, бам, зеркало. Все это делать, чтобы это все работало, все двигалось, как положено, да, на машине. Будет дорого. Потом, когда Ваш делает, он привязал сейчас зеркальце, чтобы ему видно было задний вид хотя бы. И на том, и на другом сделали зеркальца такие. Вчера подставили. И сегодня поехал по делам. Вот. И как только сделает, я вам покажу и скажу, сколько это стоит. И как и обещала в том видео. Редиска моя осталась. Вот. Так, да, вы не думайте, что я там такая вот, вся такая принцесса. Снять шторы не могу и все остальное. Нет, нет, просто... Мой муж, просто ему нравится за мной шлепаться по квартире, и он обещал со мной поработать. А я такая довольная, думаю, вот, блин, как классно. И кто смотрит мои видео, все знают, да, что Вася, все мы делаем вместе. Привез апельсины из деревни. Помните летом, да, кто смотрел мои деревенские влоги? Росли у нас апельсины, такие свежие, сладкие, не сладкие, мы сок пьем из них. Каждый день выжимаем сок и пьем, потому что очень много апельсинов. А мандаринки я кушаю. Так, и про зеркало. Эти зеркала, они, понимаете, они не бьются, они как-то лопаются и не летят стекла у них. Такие вот зеркала, вот эти вот от машины, от боковых стекол.
Так, вот поэтому вот такое стекло надо, чтобы было, когда оно бьется. У нас одно уже разбилось, не знаю, может быть, я показывала видео давно, уже давно. И когда в Ваюсу приезжал автобус с левой стороны, а с правой стороны была стояла машина припаркована очень открыто от дороги, вот так вот на дороге. Ему некуда было деваться, и он задел вот этим зеркальцем боковым правым. Ту машину, то зеркало. У того не разбилось зеркало, а у нас разбилось. И Вася остановился и спросил, у тебя все хорошо? Там выбежал из магазина хозяин той машины. Да, у меня все хорошо, ну вот ты разбил. Ну что делать, если там автобус такой широкий, а в Греции дороги узкие, и негде разъехаться даже. Ну, поэтому зеркала на машине хорошие. Вот, надо посуду принимать чуть-чуть. И вот чай заварю сейчас. У меня нет молока, кончилось. Вчера магазин у нас в Греции волосы не работали. Был праздник Святого Николая, и магазины, наши школы, все-все было закрыто. Поэтому вчера не ездили никуда, сидели дома. И моросил дождик, то останавливался, то моросил. И как-то было пасмурно, ну как-то так вот. Вот, и мы не съездили, не посмотрели никак, икону выносят. И крестный ход с иконой делают, не съездили. И еще я захандрила. Ну, захандрила, у меня же, знаете, болят это, да, позвоночник. Вот. И я тоже захандрила, видимо, понервничала я с этими стеклами. У вас сколько нервничать, сколько я понервничала. Все-таки же деньги. А я-то деньги не люблю тратить, куда не надо. Ну, влетели в копеечку. Думали, на Новый год что-то будет, на Рождество. Все. Как говорится. Ну, естественно, будет, но все равно, конечно, жалко. Ладно, чай давай заваривайся, я попью и буду убираться. Попила сегодня утром в 7 часов кофе и все, больше еще ничего не в рот не брала, водичку только. Салфетки надо съездить купить, кончились у нас. Все покончалось, давно мы не затаривались. В прошлой неделе влог был, я не показала покупки, я, наверное, их сделаю в отдельном видео. Потому что там уже влог был по 40 минут, и голос я изменяла, чтобы вам сократить это все дело. И салфи не показала. Тогда последний раз мы ездили закупаться. Ладно, увидимся. Моя болтовня вам уже надоела. Так, снова всем приветики. Я капусту тушу. День домаш продолжается. Приехал в Аюс. Заказал, как вам сказать, это зеркальце вот это боковое. Одно 15 евро. Старое будет, не новое. Вот, еще когда найдут, не знаю. К другому тоже мастеру съездил. Вот, потому что другой мастер позвонил, сказал, нету ничего. Поищи у других, приедешь, поставим. Ну, не знаю, посмотрим, кто будет из них делать. Тушится капусточка моя. Вас привез мне меди на 5 евро. Почти целая мойка. Вот, сейчас мне их чистить, мыть. И у меня слюни текут. Все, я уже вижу их. Мне что-то надо сготовиться и скушать. Я так хочу меди. Соскучилась. Женщина, которая продавала на рынке у нас, что-то перестала продавать. Видимо, что-то случилось. Не знаю, что-то. Может быть, магазин разбирают у нее опытом все это дело. Вот, продавали по 1,5 евро, она продавала, классно было, и были большие меди, а эти вот какие-то вот, не будем насильно большие, такие вот какие-то миленькие, и он за все этот мешок вот этот вот, такой здоровый, смотрите какие, здесь наросли еще ракушечки на них, ой, вам не видно, ну-ка давай, фокусируйся, смотрите, ракушечки наросли на нем, на ней, смотрите, какая медия, вот эти вот ракушечки тоже съедобные, ну их есть, мы не будем. Видите, внутри лапочки такие. Вот они. Оп, они еще шевелятся. Мидии с мидиями. Вот, и это самое. Я сейчас что-нибудь делаю вкусненькое. Оставайтесь на канале, увидите видео отдельное, как я буду готовить мидии. Привет. Скажи всем привет. Скажи всем привет. Привет, привет. Ну, покажи, что тут пока. О, апельсин какой свежий, видите? А, и на пото.
Que pude fresco en el todo. Να, γιατί δεν έκοψε αυτά εδώ. Να, περιμένε. Κι εγώ θέλω, να, κόψε. Δεν είναι για χυμό, αυτό πρόκειται έτσι ολόκληρο. Όχι, να κόψει χυμό, γιατί είναι ξινούτσικο λιγάκι. Για του δύο δεσμένε όχι, για να κάτσω. Όνε. Είναι Μέρλιν, λέγονται. Μέρλιν. Μου δεν βάζει, Αγία, δεν σε χωρίσει πόσο. Θα πω στο σκο. Σε σουλιά, δεν πάνω σου, τα μάτια. Кикнус Греции, самая популярная марка наша греческая. Я понюхала перец, когда был круглый, и у меня нос потек. Вот такой перец купила, знаешь, и сложила сюда в баночку, сложила. И понюхала его, поп-поп. И у меня это нос чешется. Здесь я приготовила для приготовления меди, все. Сейчас буду чистить, он мне выжмет сок, и я попью его. Аникс, это авто тот, как на тубу, это племену, и не топлено, если хтось. Όχι, όχι, χυμό, χυμό. Χυμό δεν κάνετε, είναι. Κάνει και παρακάνει, βλέπεις τι είναι. Όλα κάνουμε. Μου δείτε, εγώ τις βέζω επίσης και τόσο. Όταν είχε οριμάσει, θα χώριζαν πιο πολύ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όταν είναι όριμο. Πάνε κοίτα εσύ. Μια νόσα, πέρτσα, μια δύσκολη. Βάζει, προβλέπετε, τι σαν, как называется, школьные тетрадки, Костаса. Τι είναι, εντάξει, πόσο, τι βαθμό πήρε σήμερα, Κώστα. Ναι, смотрите, какие оценки нехорошие. Мафи. Вот, видите, учительница. Две ошибки, наругала его. Браво, сегодня браво. А здесь альфа за одну ошибку. А здесь неизвестно что. А тут и не в симфонии-то кто-то, моно и не... А, ой, сикетрос. То у меня лёгит на лёд, а не тонило. Ага, а мазки у него в другом месте были. Его сегодня перебрало. Хорошее. Сегодня... А кто не альфа, кинул автоматику, ой, лёг. Браво. Альфа. Альфа. Όχι άριστα, αλφα, ναι. Καλό είναι και το άριστα από αλφα ξεκινάει. Ναι. Ας μου πούμε λίπα στάγω. Τι όχι όταν μου λίγο, τι άλλο, εδώ τι έχουμε. Μαθηματικά. Μαθηματικό, μη χωμνάζενια уже идут. Μη уже умνάζενια идут. Так, τι άλλο έχει εδώ, αυτό εδώ. Τι έχει εδώ. Ζαρότην αυτό. Όχι, χθες το φτιάχνετε. Α, είμαι μια κορίτσια που το ρωτάει. Που γράφουν είναι «Ι» και άλλοι «Ι», έχει τρία «Ι» που βάζεις και πώς γράφεις αυτά. Είναι, πρέπει να ξέρει καλά τις λέξεις και τη γλώσσα, δεν είναι εύκολο να βάζεις. Εδώ τα ξέρουμε εμείς πως έτσι, όταν μάθαμε. Όταν говорит, «Надо, знаете, хорошо, куда делать». Чтоб ты выучила. Мы, говорит, греки не знаем, куда, говорит, это всё ставить. А вы, говорит, русские, говорит, тоже выучите. Ну, вот видите. Όταν πήγαινε σχολείο και μπερδευόμαστε από το «Ιτα». Ναι, αυτό ή, είτε, ή, ύψελο. Το ή αυτό και το ύψελο και αυτό. Το ύψελο αυτό, ναι. Η βασιλιάς καθηγητής, μία λέει μαθήτρια, τότε με μικρό σιγό, είχε έρθει από το Σουδάν, η γονίστησε από την Αφρική. Από το Σουδάν. Ναι, είχε έρθει, μήγα στο δημοτικό. Και το σχολείο. Και πώς θα μάθα ήταν, έβαζε όλο ένα ήττα. Καλά έκανα και εγώ. Και εγώ βάλω παντού ίδια, ναι. Δεν θα έρθουν να τα μάθω από Ναι. Он говорит, когда я говорит, ходила в школу, у нас говорит, из Судана приехали и учились вот эти буквы ставить ИТА. И после говорит, ИТА. ИТА. Али? А то легите ЙОТА. ЙОТА. И ЙОТА. 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 ИПСИЛОН АВТО. АВТО ИПСИЛОН. Из Судана говорит, приехали. Так она, тия грамма авто ЕВАЛА ИПСИЛОН. ИТА. ИТА. Авто ЕВАЛА СИНЕХЕ ТО МИКРО. Авто ЕВАЛА СИНЕХЕ ТО МИКРО. Чёрточку. Из Судана говорит, она ставила везде одни чёрточки, говорит. А учитель говорит, как же, она правильно она ставит одни чёрточки эти. Бастунаки её называют здесь в Греции. Вот такая вот буква И, вот она. И, да, да, да? И. И это, она ставила везде только И. Во всех словах она не знала, не разбиралась, куда какие. Авто ИНЫ, то что легите? Ипсилон. Ипсилон, авто ИНЫ. Йота. Йота. Вот, так что вот так вот. Это надо большой вам урок делать по поводу этого. Давай, ладно, он в мафии говорит, где кстана выучит. А здесь что у тебя, Дима? У нас там карамельки лежат. Мы же как семечки живем все вместе. Только жуграфия. А, только жуграфия. Да, нехи сарло мафимата. Ты должен? Аврю апергия, да не не? Да не сегодня. Это не точно, но может быть будут работать учителям. Ну, вот так. Давай, Дим, уроки садись, делай. Вот так вот. Уже вечереет, давай снимай стор, а я сейчас пойду домой, окошко. Вот так вот. Дин, чай пьет, да, Дин? Чай пьешь? Чай пьет. Сам, курасан? Написали камеру. Мы... Так, сегодня что у нас? Четверг, да? Не... Четверг сегодня, да? Куста? Короче, сегодня четверг, мы едем. По делам. Ну, не по делам, птички у нас тут
Так, все, все, стекло у меня. Гата. Полили. Га, ох, гады, пуля. А, да, пуля, да, беда. Пуля, птицы. И главное, на моей стороне. Ваш дынный хисоси. Моно иду по тукафу моего ката в тедедра. Ага. Мы один раз купили тетрадки, да, один купили тетрадки? У него тетрадки кончились. Ну вот. Где тетрадка, а что это? Блок? Понятно. И едем. Надо куда съездить. Мне написали, почему Люда камеру не показывает. Динус уронил телефон. Не знаю, камера пострадала, не пострадала. Но и чувствуется, что не снимается нормально. Люди даже. Блин, свет такой яркий. Вот. Не снимается нормально. Последняя камера, которая у меня есть. Так что, если все, это не будет снимать, никаких видео не будет. Я последнее видео загружала, видела, что камера тормозила видео. Так что опять 200 евро на камеру расходовать, это даже и больше. Мне написали, Люда, купи камеру. Девочки, нелегко купить камеру, телефон или камеру, и вообще 400 евро отдать из семейного бюджета, так знаете, трудновато. Хорошая камера была, она в лепу. Она гинет садуиц. Сандвич. А гинет муртадель, она мне сатисфетис. Добирайся, если кидать дрому. А, так, стекла вайс купил. Кида. Анну стамакай, да? И мы пошли на Анна. Сделал туда окно и поедет к мастеру, купил. Пошукай дзами. 15 евро заплатил. Ну это не натура. Не. Доктор, конечно, не катар. Натуральные это фордовские стекла. Это самые зеркала, 200, самое меньшее будет стоить, и здесь тоже. И поедет к мастеру завтра заделать. Он говорит, я не могу сам заделать. Ну, оно работает, механизм работает, все работает. Вот, сегодня стекло съездил, купил, заказали ему. Ну, это, как сказать вам, не от фордовского завода, а какой-то левый, короче, подделка. Вот, придумала снова подделка. Ладно, едем мы. Ты на кону его осмотришь? Жене не димени его, ему на шау больдыш. Да, не показывает хорошо. Окошки грязные. Тора и Нефта. Бексики месси. У нас свидание 8 часов. По делам тоже. Дека у ДН, дека внутри НДХ. 16:38. А, чекай. Все ты видишь, Костя, все ты видишь. Ладно. Здесь магазин открыли новый. Пойдемте посмотрим, здесь продают хлеб, сладости, выпечку. Видите, шары висят. Когда-то мы ехали, и был дождь такой сильный, я вам снимала влог. И здесь было... Просто... Стоп, Костя! Дромус. И по... его открывали здесь. Ну, а потом мы еще пойдем подальше. На. Какие-то драки. Пошукаем тати дедру. Ёлку продают. Вот такие елочки здесь продают. Нам хочется. Там такая пушистая елка, дайте смотрите. Другая качество. А здесь совсем другая. Я тоже хочу живую, надо спросить, сколько стоит. А, они даже ведра продаются, вот видите, стоят. Вот они какие засаженные. Потом можно будет посадить их в лесу. Ой, какие красивешные. Это специально здесь выращивают. Это совсем другое качество елки. А это совсем другое качество елки. Получается. Иголки. Ну, по делам пошли. Потом зайдем в сладкий магазин. Вас повел нас по делам. Печку смотрим, круглая она, вот такая вот отделка у нее, вот здесь и вот здесь, и здесь труба выходит. Крутая фермота, там она, модная такая печка, вот такая вот. Ну так, отойдите, фиги ты легаки. Открывается, и мы на Марисе авто, фиги ты на тот лепку, а, вот.
Вот такая, как раз у нас зал. Да, не хочем оси. А вы же, говорит, вот это, вот это, вот это, а в том, не полуметра, а то 50 метров фели. Ну, то кануш. Это такое не хочу. Камин. Эти все камины большие очень для нашей комнаты. У нас комната маленькая, зал маленький. И микро, и мы салоне. А в ту еду мигал упали. Пойдем купим что-нибудь сладости. Ты сейчас Костанзине. Зашли со стола магазина домой, снова в машину, бегом ехать надо. Снова позвонили по делам. И снова в том же направлении, в котором мы уже были. И вернулись оттуда. Ох, только что круг там сделали, вернулись, сошли по делам. Купили в сладком магазине сладости, Динусу, и едем снова туда же. Оттуда нам, туда нам позвонили, надо будет туда ехать. Ох, ладно, увидимся завтра. Все. Осталось вымыть полы, сейчас принесут елку, потом буду мыть полы, потому что от елки будет целая куча всего. Шторы мои уже в этом самом машине стираются, и мне осталось только повешать шторы и на кухне тоже. Все вымыто, вычищено. Кто не видел, как я убираюсь, у меня есть во влоге моя семья, кажется, уборки в прошлых лет, елка у меня тоже есть в прошлых лет, как мы наряжаем, как у нас наряжена елка. Смотрите, мне осталось до вечера, я все застелю. Елку сейчас украсим, придет Константин со школы, покушаем все. Улицу мы не будем балконом украшать, потому что у нас, как говорят здесь, пентус. Ну, траур, да, год. Год надо... Ну, как здесь год, в основном выдерживают траур, в основном. Не справляют, не веселятся, ну, этот, вайрус он такой. И многие семьи так делают, не знаю, в других греческих семьях, ну, вот у нас так. Вот, все, мы все протерли, все, вымыли. Лампочку Ваюс отумыл. Бедный Ваюс, он ее моет, я никуда не залазю. Все, Ваюс вымыл. Вот. Скажите, утрентяйка какая-то. Вот такая сякая. Абсолютно нет. Вчера мы здесь смотрели эти самые дзаки. Эти самые дзаки, это камины и вот такие вот, ну, типа вот таких вот согревающих, как они называются, такие вот, они тоже с деревом, дровами топятся, такие штучки. Ну вот, туда, где телевизор, вот там, поставить туда, перевернуть, а телевизоры сюда, вот сюда будут подсоединяться. Все провода там надо убирать, если поставить туда камин. Ну, камин, вот эту вот печку такую. Вот, она похожа так на камин, но чуть-чуть такая, знаете, стоит она 2 с лишним тысячи. Посмотрим. Я делала вам видео вчерашнее, вы видели, да, что мне понравилось. Вот, такие вот дела, вот такая вот, слишком мощная для нашего зала. Нам такая не нужна, она 150 метров отапливает помещение. Ваюс хотел такую, потому что здесь вот отсюда дрова ложатся, отсюда дрова ложатся, и с той стороны дрова ложатся. А, это большая очень для нашего зала такое вот отопление. Вот в том магазине я вам показывала, такую красивую. Вот они, мне вот такие вот нравятся, пацаны. Вот такие вот они, вот, вот такие вот. Мне вот такие нравятся. Они более меньше мощности, более меньше дров жрут. Отапливать как раз наш зал и кухню будут хорошо. Это ну, для экономии, чтобы, как говорится, много не загружать. Ну, вот она вот так вот смотрится, видите, как? Вот она как смотрится, черная, зелененькая, вы видели вчера в магазине, есть розовенькая, есть вот такие синенькие более-менее. Но все равно, видите, 125 метров она даже такая маленькая отапливает. И это тоже такая вот, тоже отапливает 125 метров, жарко будет. Но у нас здесь 70 метров вместе зал и кухня, нам хватит. 40 и где-то, ну, где-то 50, даже не 70, 50 с лишним. Вот, вот такие вот дела, так что, такая вот мне не нравится, такую я не хочу,
Потому что мы потом, если что, мы будем делать камин, если будем делать камин, мы потом эту штучку можем перенести в другую квартиру. Там вот такая вот была красивенькая, вот такая вот маленькая, вот видите? Такая вся резная, красивенькая, ну вот. И вот такой вот тоже, тоже соба, это тоже, это не камин, это так сделана вот такая вот печка. Вот такая вот. Ее просто здесь отделали гипсосанидом, ничего не надо делать, ничего не делать, просто закрыли вот так трубу, и получился как камин, видите? Или вот такой, ну такие вот они дорогие, 2 с лишним тысячи. А вот это вот где-то примерно 1000 стоит. Мне такие нравятся. Вот она, видите, вот. Ее просто закрывают гипсосанидом и одевают, и она получается как камин, но это не камин, это соба. Уже. А вот эти вот уже каминные такие вот. Такая круглая есть. Ну, всякие есть, вот они. Вот, потому что у нас дрова-то есть. Мне девочки написали: Люда, у вас же дрова есть, ну что вы не сделаете себе камин, девочки? На... Ну, представьте, вот здесь где-то телевизор стоит, будет вот так вот стоять этот самый. Вот такой вот согревательный прибор. Диван у меня здесь и здесь стоит, а так мы диван перенесем туда, к этому окну, а сюда перенесем телевизор. Потом, вот такие вот дела. Так. Что-то так хочет. Он хочет успеть до Рождества, но если я сейчас постираю, повешу и все сделаю, он будет долбать здесь стены. Представляете, мне все снова потом придется перемывать. Я тянула, тянула до последнего, но у него скоро день рождения, надо убраться, все здесь сделать, поставить, построить, и чтобы было. Вот такие вот дела. Каждый, как говорят, ты раз... что-то там, типа... Ты располагаешь, а Бог тебя приземляет, как говорится. Я не помню, как точно говорится эта поговорка, но Бог делает команду. Все, пока, увидимся. Ехали тут в гараж. У нас такой большой-большой гараж. Здесь ремонтируют машины рядом, делают ремонты. Вот так и всего машин больших. И здесь гараж, где делают тоже машины. Вот. Приехали сюда. Кто меня спрашивал, сдается ли здесь в Греции... Δεν ξέρω πώς να φύγεις, Βάιε. Πώς Αλέξης έφυγε. Ναι. Αλέξης πώς έφυγε. Ο Αλέξης εισαράβαλο. Εισαράβαλο. Από εγώ. Λοιπόν, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ τώρα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ехал сюда большая машина с прицепом, и впереди стоит, впереди тоже такая же. Βλέπεις πως σηκώσανε από τη χώμα, δεν πατάει τη χώμα. Γιατί είναι άδειο και να μην χαλάει τη ρόδα, καταλαβαίνεις Κωνσταντίνε. И ну, сделают здесь. И вот гараж такой вот наш. Здесь такая яма, здесь яма есть. И вот тут ремонтируют большие автобусы, машины вот эти вот. Вась хочет сдавать его в аренду. Вот такие вот дела. И вот приехала машина, и нам выехать никак, потому что там такой бордюр. И не может машина наша к вам проехать. Она же небольшая, вот такая вот высокая. Чтобы ребята сдвинулись. Вот такие вот дела. Дин, сидишь, да? Папочка не закрыл параферу. Все сюда идет. Воздух. Давай, проходи, проходи. Давай, вот так вот. Эля, прохураты. Дехурай, дехурай. Мы сегодня в Карфуре чуть-чуть купились. У нас открылся в Греции Карфур. У нас он закрылся. Το κλείσει είναι η Carrefour, τώρα άνοιξαν οι ψανά. Δεν έκλεισε, απλώς οι προμηθευτές δεν δίνανε εμπόρευμα. Γιατί χρωστούσε. Carrefour. Μόλις βρουν λεφτά θα ξεκινήσουν πάλι. Αφού το πήγαμε, ψωνίζαμε λιγάκι. Ναι, πήραν λεφτά, ναι, πήραν. Αλλά να γίνει διακανονισμός, πόσο θα παίρνουν καθένας, τι έγινε. Μάλιστα. Ну, все равно открыли. Все равно сейчас чуть-чуть начали. Αν δεν πληρωθεί τα παλιά, δεν φέρει για καινούργιο εμπόρευμα. Все равно начали привозить чуть-чуть товары, начинает работать Маринополус. Скупились чуть-чуть там, чуть-чуть так, помогли деньгами, как говорится, чтобы начали работать люди. Там, и кинешь их. Иду, а на фаркарич трава, моно. Забирай. Пойдем в другой магазин сейчас, молока нету здесь. Не вязываем, это я не ксю фонара А вот эта пуля, Оля, ну, зами, Лерон. Короче, затарились мы в Лидере, затарились в другом магазине. Короче, 100 евро там и... И кто евро, да нахуй мы фотографай? Пока, говорит, едем домой, еще где-нибудь затаримся. Вот. Все, едем спеть домой, а потом покажу, что я купила. Приплыли мы домой. Короче, что купили, не обращайте внимания, у меня еще до сих пор, как положила шторы в этот самый, в стиралку, выстиралась, мы только приехали. Я закрою здесь окно, вымыла здесь окна тоже, все вот это вот. Ой, давай, ой, не могу закрыть, давай закрою. И здесь тоже надо закрыть. И сейчас покажу, что мы купили. Вот это все. Увидите в следующем видео. Ну все, елку нарядили, да, Дин? Елку нарядили? Камера не знаю, как снимает. Так, почистила камеру.
И протерла. Все, надо себе разбирать здесь. Попылесосить, потому что везде иголки от елки. Эти самые, как сказать, от игрушек эти самые блески отлетают там, то все. Шторы вчера уже в 11 часов вечера подвешали, сваются. Все, вот. И уже время 5 часов 12 минут суббота. Влог кончается недельный. Опять большой, девчонки, мальчишки. Хотите смотреть, хотите нет. Как вам нравится. Всем с наступающих всех. Рождество у нас 25 числа в декабре. Через несколько дней у моего мужа день рождения. Он у меня декабрьский. Такой зимний, вкусный. И надо здесь мне застилать. Сейчас все пропылесосю, все протеру полы. Потому что все здесь в этих самых. В пыли от коробок, как притащили их из подвала. Все это остальное. И все. И все заканчивается. Вот такая елка. Ну, почти чуть ли не до потолка, конечно. Вот такие вот дела. Все. Динус наряжал. Дин, наряжал, да, ты елку? Сидит, мультики смотрит на компьютере свои. Учит английский. Все, всем пока, всем увидимся.